Всему миру известно имя выдающегося советского композитора, народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В честь 60-летия со дня рождения Шостаковича в Москве в Большом зале консерватории состоялся концерт. Исполняется первая симфония. За дирижерским пультом Максим Шостакович, сын композитора. Советское государство высоко оценило деятельность выдающегося музыканта. Дмитрию Шостаковичу присвоено звание Героя социалистического труда.